Алло, Настя, ты где? Да иду я уже, иду. Ну, наконец. Привет, заходи. Как круто. Обожаю, когда все уезжают. Я принесла кучу вредной еды. Круто. А что там? Видели бы нас родители. Что делать будем? А давай смотреть ужастик. Давай. А что будем смотреть? Кэндимена. А кто это? Он как-то связан с конфетами? Типа смеющегося Джека? Он был чернокожим, бывшим рабом. Но так получилось, что он полюбил белую женщину. И это стоило ему жизни. Ужас-то какой! Бедняги отрезали руку, обмазали его медом и напустили на него стаю диких пчел. От этого он и скончался. Ходят слухи, что если перед зеркалом произнести его имя 5 раз, то он появится сзади. Ну что, готова? Что-то я боюсь. Слишком страшно, по-моему. Да ладно, это всего лишь фильм, просто кино. Никакого Кэндимена не существует. Ладно, уговорила. Что? Как впечатление? Офигенский фильм. Страшно. А давай во что-нибудь сыграем? Ну, чтобы разрядить обстановку. Ну, давай. А во что? А давай попробуй не запевать челлендж. Тем более у нас все для этого есть. Ну, давай. Только на желание. Кто проиграл, тот выполняет задание. Только по-честному выполняет. Давай. Поставим. Теперь твоя очередь. Ну что, уже хочется пить? Ну нет, не дождешься. Такая прохладная водичка, наверное, так освежает. Вкусная, да? Пора открывать сухари. Да ты пей, пей. Не стесняйся. Солененько. Кажется, пришло время Кит-Кат.
Да я хоть сколько съем и пить не захочу. Обожаю такие челленджи. Теперь время мамбо. После китката так пить хочется. Не дождешься. Съешь вторую половинку? Соня, там кто-то в коридоре. Да там никого нету. Ой, наверное, показалось. Все, больше не могу. Ты выиграла. Сдаешься? Сдаюсь. Ух, это была жесткая битва. Ну давай уже свое желание. Итак, мое желание. Ты должна подойти к зеркалу и сказать 5 раз: «Кэндимен, приди». Ты сбрендила совсем? Я боюсь, еще и после фильма. Но ты же сама мне говорила. Это просто фильм, обычное кино. Никакого Кэндимена не существует. Ладно, ты права. Хорошо, давай выключим свет. Только давай не в ванной, а в коридоре. А то я боюсь там. Давай уже говори. Кэндимен, приди. Кэндимен, приди. Кэндимен, приди. Кэндимен, приди. Давай, последний раз. Кэндимен, приди. Ду! Дура! Ты меня напугала! Видишь, ничего не случилось. Ну да, это же просто фильм. Ну что, во что еще поиграем? Ну не знаю, надо подумать. Только больше не с едой, а то я объелась уже. Ну, есть еще много челленджей. Например, попробуй не подпевать челлендж, попробуй не заплакать челлендж, попробуй не засмеяться челлендж. Соня, в коридоре реально кто-то стоит. Настя, придумай шутку поновее. Соня, я не шучу, он приближается. Ну да, конечно, это, наверное, Кэндимен.